Встретились как-то два... Как-то раз два басовых виртуоза. Начало с 4.00. Сейчас посмотрим. Спасибо, Знатыч. А почему никто никуда не попал? Да, просто полный подос, никого никуда. Кошмар. То есть просто полная аритмия. Вообще никуда не попадают, чуваки. Вообще никуда. То есть, опять же, да, напомню, что даже ваш покорный слуга на басу с лэпом даже играет намного ровнее. Сейчас что-нибудь включу. Прям. То есть у меня как бы грубо будет... Зарубать. Я, например, не умею пальцем зарубать. Но намного больше, чем у этих бедолаг. Намного больше. Вам записать смотрите, басовый все. Вполне этого хватит. То есть я иногда даже могу там баловаться с лэпом. Конечно, басисты бы угорали, но это выглядит примерно... Посмотри, какие басисты. Потому что на такими, как эти были, я бы сам играл бы. То есть как бы слабенько, потому что я просто, ну, вообще этим не занимаюсь, но по таймингу, естественно, этих чувачков размазал. Понятно. Полностью как бы все в гвоздях. Там ни одному, ни второму, как бы ни Клейпулу, ни Трухилычу тайминг даже близко не светит. Даже близко.